Приветствую вас. Знаете, мне кажется, что вот первое, на что нужно обратить внимание ваше, это, пожалуй, на то, что у вас с вашим мужем, на мой взгляд, достаточно равные взгляды на эту ситуацию. То есть вот есть разница между тем, как он видит эту ситуацию, и как видите ее вы. То есть какой-то вот такой, если можно так выразиться, общности во взглядах на эту ситуацию у вас нет. И, наверное, это первая такая вот проблема, что нет общих взглядов на эту ситуацию, что вы оба по-разному смотрите, по-разному видите эту ситуацию. И, как мне кажется, никто из вас особо не хочет понимать, что чувствует другой. Никто из вас особо не хочет смотреть, как другое относится к тому, что вот происходит между, ну, между вами. Никто не хочет смотреть на то, как получилось так вот, что эта ситуация, в принципе, стала возможной, да, никто не хочет, как мне кажется, идти навстречу друг другу. И, наверное, здесь очень важно сказать, что, ну, в этой вот, в этой ситуации, до тех пор, пока не будет каких-то общих между вами точек, да, пока вот между вами не будет каких-то общих, ну, моментов, пока не будет что-то общее в понимании этой ситуации. Вот. Я думаю, что как бы, ну, ситуация не изменится. Вот. К моему большому сожалению. То есть первое, что вам нужно сделать, первое, на что вам нужно обратить свое внимание, это на то, чтобы стать ближе к мужу, то есть чтобы ваши точки зрения, чтобы ваши взгляды на эту ситуацию были, ну, ближе, чем сейчас, чтобы
ваши взгляды на эту ситуацию были более созвучны друг другу, чем сейчас. Сейчас этого, на мой взгляд, не происходит. Вот. К сожалению. Дальше. Если я правильно понял, что со стороны вашего мужа была измена, если я правильно понял. Ну, если я правильно понял ситуацию. Вот. Значит, соответственно, для вас измена – это, конечно же, травма. То есть вот, ну, вы травмированы измена. Любая измена это травма. Вот. И вам эту травму в первую очередь необходимо прожить, потому что пока вы ее не прожили, ситуация будет достаточно, ну, болезненной для вас, пока вы эту ситуацию проживаете. Пока эта ситуация причиняет вам боль, да? Вот. Это такой момент. Следующий момент. Вам крайне важно для себя постараться увидеть, чего хочет муж. То есть, почему он хочет это сделать. Вот. Почему он хочет назвать вашего ребенка в честь вашей подруги. Вот, с чем связано такое его желание, с чем связано такая, ну, с чем связана такая его потребность. Вот. И очень важно, чтобы вы дали ему понять, что он услышан, что вы его услышали, что вы его поняли, что вы понимаете, что ему нужно, ну и так далее. То есть вообще-то нужно здесь, ну вот, деликатно постараться к этой ситуации подходить именно деликатно. Вот. Дальше. Сама по себе, на мой взгляд, эта ситуация вас подкосила. Вот. Подкосила в плане того, что вы, вероятно, стали в себе более неуверенны.
Вот, ну, может быть, вы и раньше были себе неуверены. Вот. Но сейчас в любом случае вы стали неуверены в себе больше, как мне кажется. Вот. И с этой неуверенностью, а также, может быть, с ревностью, вам нужно что-то делать. Иначе ревность может испортить даже то, чего нет. То есть, может быть, ситуация с вашей подругой уже закончилась, а ревность вы можете, конечно, все испортить. Дальше. Вам необходимо постараться понять и увидеть, как вот эта ситуация для вашего мужа стала возможной. То есть, почему он совершил, сделал то, что сделал. То есть, вот вы говорите, что с вашей подругой встречались втайне от вас. Ну, наверняка же, у этого есть свои причины. Вот. Наверняка у этого есть свои основания. Наверняка что-то вашего мужа, например, не устраивало. Если он так себя вел, если он так поступил и так далее. Вот. Наверное, ваша задача заключается в том, чтобы постараться понять его, чтобы постараться понять, с чем продиктованы его ну, действия, да, и так далее. Чтобы не воспринимать сейчас это так, как ну, как вот вы воспринимаете. А именно, ну, достаточно негативно. И, вероятно, это связано в том числе и с тем, что вы не очень понимаете причин. Вот. Дальше. Следующий момент. Важный момент заключается в том, насколько учитываются вашим интересам. Ну, собственно, вот в том, что происходит. То есть насколько именно учитываются ваши интересы. Прислушивается ли к вам ваш ну, муж или нет. Это важно. То есть мужу вашему важно донести то, чего вам хочется. В первую очередь. А, тоже.
без какого-то обязательного негатива, да, без напоминаний о том, ну, что случилось, например. То есть без обязательного возвращения в прошлое, да, без обязательного возвращения в прошлое, но при этом настойчиво донести до человека то, что вам нужно, то, чего вы, например, хотите. Вот. То, в чем вы нуждаетесь. Вот. Это важно. То есть важно то, как вы доносите до человека свои желания и слышит ли вас, мужчина, да? Вот. Слышит ли он вас, чувствует ли он вас, понимает ли он вас и то, что, ну, вам нужно, то, что вы хотите. Вот. И так далее. Дальше. Мне очень неприятно, как мне дальше быть. Теперь я думаю, что у него до сих пор остались чувства. После неприятной ситуации прошло 3,5 года. Ну, чувства, конечно, остались, если вы никак не скорректировали свои отношения. Если вы понимаете, что я имею в виду, конечно. То есть, если вы ничего не сделали для того, чтобы вывести отношения на новый уровень, да, если вы ничего не сделали для того, чтобы сделать ваши отношения немножко другими, да, вот, в таком случае, конечно, ситуация останется такой. Это в любом случае. И гармонизировать ваши отношения, как мне кажется. Вот. Ну, постараться, по крайней мере, это сделать. Вот. Тогда ситуация будет гораздо лучше для вас, на мой взгляд. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. Исходя из того, что вы написали. Исходя из того, что вы ответили. Да, наверное, больше пока сказать нечего. Нечего больше. Вот. Потому что информации достаточно мало. И в целом сама она, ситуация выглядит, мягко говоря, такой провокационной. Вот, в плане, что мужу получается совсем плевать на вас, да, если он вот хочет назвать вашу дочь именем подруги, с которой он встречался, да, и там по факту вам изменял и прочее, прочее, прочее.
То есть эта ситуация выглядит неоднозначно и важно, на мой взгляд, важно убедиться в том, что вы правильно ситуацию поняли. Вот. Вот то, что я могу вам ответить. Ну и в целом, то, что происходит, это следствие, конечно, ваших отношений, это следствие того, как вы относитесь друг к другу. Вот, следствие, к сожалению, следствие далеко не самое лучшее, но все можно исправить, если у вас есть желание. Главное, наверное, не думать о том только, что все само собой нормализуется как-то. Вот, и что-то делать для того, чтобы ситуация изменилась. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился, помог. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы решите свои проблемы.